Оказывается, тюменские томаты и огурцы опыляют клещи. Для человека они безопасны, а для растений весьма полезны. Да. Как природа помогает человеку, расскажет Людмила Чапурны. Вот наши биологические помощники в опылении. Ну вот можно приоткрыть даже их. Но я думаю, сейчас они все в работе. Биологическими помощниками здесь называют шмелей иностранцев. Они опыляют томаты голландских сортов. Овощи в тепличном хозяйстве в больших объемах стали выращивать год назад. Тогда-то и привезли насекомых. За все время от их жала не пострадал ни один сотрудник. Да нет, не кусаются. Мы их не беспокоим, они нас тоже не трогают. Не трогают, потому что воспринимают только желтый цвет, так уж устроены биологически. Этих шмелей сюда привозят из Голландии, Бельгии и Германии. Пользуются услугами иностранцев не случайно. Русские насекомые просто не могут выполнить их работу. У русских шмелей я не встречал. Есть пчелы, но пчелы томатное растение не опылят. Там строение хоботка у них разное. Шмели вообще не терпят химии. Поэтому мы от нее просто-напросто отказались. Теперь растения защищают не химия, а биология. Пестициды тоже заменили насекомыми. В пакетиках, что развешаны на кустах, живут специальные клещи. Клещи, что из этих пакетиков, абсолютно безопасны для человека. Они не кусаются и не впиваются, как обычные. Кроме того, любой овощ можно сорвать с куста и съесть без опаски, потому что на сам плод клещи не заползают. Они живут на внутренней стороне листьев, и их интересуют только вредители. В одном пакетике 50 тысяч клещей. По размеру они намного меньше обычных. И на листьях их едва разглядишь. Но маленькие защитники выполняют гигантскую работу. Откладывает яйца в яйца белокрылки, личинки. И тем самым вредит, поддерживает как бы ее размножение в определенной стадии. То есть личинки погибают, ну там кое-какие выживают. Но все равно популяция, он ее совсем не уничтожает. Агрономы не скрывают, клещи стоят дороже пестицидов, да и покупать их приходится раз в месяц. Насекомые долго не живут, но затраты того стоят. Ведь теперь в этом тепличном комплексе могут уверенно сказать, что их продукция экологически чистая. Ее защищает сама природа. Людмила Чапурных, Павел Михайловский, Сибинформбюро.